Знаменитые достопримечательности Чабанки. Борса! Вот поэтому я и спрашивал историю Чабанки. Кому, уважаемые сапоги, не удышу внимание, кому принадлежит фраза «Картина маслом»? Малевичу. Малевичу, прекрасно опять. Картина маслом. Кто это сказал? Стоп, есть правильный ответ от столика ради Кирилла. Это? Господин Давид Маркович, все правильно. Персонаж ликвидации, аплодисменты, столик номер два. 3-3-1. Пока что ноль. Назовите пятерых знаменитых одесситов. 5 знаменитых одесситов. Кто может назвать? Стоп. Будем пробовать? Давайте, пробуем. Дудко. Дудко, кто это? Так. Утесов, раз. Дудко, два. Дудко, Боцвали, два. Потемкин. Броненосец Потемкин, да? Он же военный корабль, да? Япончик, да. Дюк три. Япончик. Миша Япончик, четыре. И? Васова. Кто? Соня Золотая Ручка. Ну, еще одного. Сонька Золотая Ручка. Хорошо, аплодисменты Сонька Золотая Ручка. Ну, у вас только первый балл. Назовите три песни про Одессу. Стоп. Рука была за тем столиком. Стоп, хорошо, первая, еще. Пахнет морем, два и... И шаланды полные кефали, да. 2-3-3-1. Итак, вопрос, уважаемые знатоки, вопрос на 3 балла. Как раньше называлась Одесса? Одесса — это греческое название, а после него турецкое. Как? Одесса — это тоже греческое. Херсонес, крикните. Одиссея. Одиссея — это греческое, это очень древнее название. Чуть-чуть позже. Херсонес. Стоп, есть правильно. Ну, не за стол. Херсонес. Хаджибей. Пускай будет Хаджибей, чуть похоже на Ряжко, я не могу вам не зачитать этот балл. Хорошо. 3 балла я обещал, аплодисменты этому столику. Да. Греческое название зачитаем, да? Давайте зачитаем хорошо. Вот балл, я согласен, так будет справедливо за греческое название. У нас 4, 2, 3, пока что 1. Ребята, вы, видимо, не участвуете, да? Следующий вопрос. Где находится литературный музей? Не подсказывайте. Где находится литературный музей? Горочек! Не Дерибасовская, нет. Ласточка, Наталья Лавжероновская. Аплодисменты этому столику, это правильный ответ, да. 4-й балл приходит сюда. Как по-старому называлось советское название улицы Успенская? Стоп, не подсказывай. Советская армия — это Преображенская. Не подсказывайте. Раз, два, три. Я иду к тому столику. Это правильный ответ, да. Мы подняли руку, но не успели дать правильный ответ. Кому принадлежит фраза «грузите апельсины бочками»? И что это еще? «Грузите апельсины бочками». Здесь два правильных ответа, зачитаю любой из них. Остапу Петрову или Дезину?